Всем привет! Мы приехали на первую рыбалку, мою первую рыбалку Мякишева на пруд. Хочу провести эксперимент, будет ли клевать, если не буду пить пиво, тем более водку. В течение часа сижу, поклевок нет. У батьки что-то там уже есть, сейчас посмотрим. Что-то тянет. Опа. Где надо было сачок брать? То есть смотрите-ка. Вот это да, вот это улов. Что сразу видно, человек мастер своего дела. Вот это хороший карасик. Да, как у тебя ощущение, Анатолий Александрович? Отличное ощущение. Отличное, да? Ой, карасик первый есть, да, у вас? Да, на да, что да. Ловите, расскажите. На траву. На траву ловите, да? Да. На смеси курительные, так понял? Да. Как-то так, да? Как-то так, вот. Вот он, карасик первый. Очень даже неплохо. Так, а прикормка у него получается... Да, Пшоночка. Травка. Ну, желаю вам удачи. Да. Молодцы. Да. Приходите еще. На два опарыша, да, вы ловите? Или три опарыша ставите? На полтора. Может, у вас просто тряпочка волшебная? Это? А как же это? Вот у него... Тряпочка шорт. Волшебная тряпочка шорт. Хорошо, идем дальше. У нас следующий еще рыбак. Его зовут Роман. Роман тоже мастер своего дела. Здравствуйте, Роман. Скажите, на что вы ловите? Пока еще ни на что. Пока ни на что не ловите, да, пока что? Поставил новые крючки, надо, чтобы они приводнились. Приводнились, да, чуть-чуть зажавели, да, получается? Да. А какая у вас приманка? Приманка? А прикормка? Сопля. Сопля, да, на соплю ловите. Вижу у вас новые удочки. Как вижу, да, вот новые удочки, хорошо. Леска вижу у вас Кто-то оставил. Вижу у вас плетеночка везде, да, стоит. Молодцы. Да. Как дальность заброса у вас? 1.80 м. 1.80 м, как бы вы спокойно можете забросить, да? 1.80 м. Очень даже хорошо. Ну, у меня пока тишина, час прошел. Видать, не клюет, надо пиво открывать. А вы не пробовали из забора туда кидать? А, в другую сторону, да, кидать? Не пробовал. Сейчас я открою пиво, все-таки у меня клев пойдет. Да, есть... Без пива у меня не хочет клевать. Ну, Роман Анатольевич, всего вам хорошего. Угу. Ловите, да ловите больше ловите, все. Мы к вам еще вернемся сегодня обязательно в течение этого дня. А это был канал Санкции Оператора и было прямое включение. Вам пивасик принести? Я приду. Придете, да? Хорошо, да. Все. А я пойду пить пиво, потому что час просидел, не клевал, эксперимент провел, а клевок не было. Значит, нужно открывать пиво и пить, бухать. Да, будут клевать. Вот, Роман Анатольевич, ну-ка, смотрим. Давайте, поклевочки, да, у вас? Тянем. Так, что-то там у него такое идет интересное. Смотрим. Дим, так. Подсачек, да. Так. Дай подсачек. Наверное, там идет у него карп. Вот это да, вот это улов сегодняшнего дня. У кого есть весы, товарищи рыболовы, у кого есть весы? Надо взвесить эту рыбу. Товарищ рыболов, это очень большая рыба. У вас есть весы? У кого весы? У вас есть весы? Нет весов, никого? Нет никого весов. Очень жалко, печально. Что ж поделать-то? Ну ладно, я думаю, примерно это килограмм 8 точно есть. Это вторая. Это вторая уже рыба. Я возьму вес в качестве этим количеством. Количество, да, возьмите. Очень, наверное, хорошо. Очень приутинная рыбалка, она очень нравится. Мне даже опарыш в рот не влез. А я с собой, например, спиннинг взял. Можно спиннинг покидать. Так, все, будем ловить рыбу дальше. Открываем пиво. Я к вам еще вернусь, Роман Анатольевич. Все хорошо. Отличная рыбалка, отличная. Подъем 6:30. Отлично. Вот не 5 утра, как всегда. Так, а у меня пока тишина. Все, у меня есть без поклевки. Так что мы сейчас берем пивасик. Берем баночку пива и красиво ее открываем. И клевать начнет нас по-любому сейчас. Хоть погода хорошая. Face reflecting bright green, brights and blues. You know I kinda want to disappear with you, but I don't think that is what I would usually do. You know it's just that I felt the heat the moment he pressed his lips up against mine. Fire is burning through this.
Ох ты, какой хороший-то идет. А посадочек-то у нас нету. Мужчина, вы не хотели в передаче поучаствовать в диалоге рыбалки? Да тебе заплатить-то так. Потому что, как бы вижу, вы уже пенсионер. Откуда видно-то? Вот. Вам нужна нормальная сумма денег. Прибавка, примерно, думаю, за выпуск тысяч так с четырьмя нулями устроит вас? Устроит. Устроит, да, вот он уже второй карасик у него есть. Красавец, красавец. Что у него волшебного здесь, интересно, есть? А волшебного ничего нет. У него есть самодельная снасть. Он вчера сидел, снасти эти делал. Молодец. Так, Роман Анатольевич. Роман Анатольевич, вы спите, да, уже? Как у вас поклевочка есть? Я две вытащил. Две вытащили, да? Две вытащили. Я обратно их закинул. А что это у вас с палочками, с вашими? В смысле? Что они у вас так валяются на бок? Удобнее. Так удобнее, да? Это новая система. Так ногой, да, можно подвинуть? Поклевочка была. Поклевочка была, да, только что? Да. Значит, у тебя удочка. Удочка у меня спиздит, но я кто-то научу плавать кое-нибудь прямо сейчас. Хоть сам не умею. Что еще раз? А на что у вас крыло вообще ловить? Покажите мне свою наживку. Я видел, у вас там была медная проволока или чего-то, да? А для чего нужна медная проволока-то? Кусочек от ломовой. Медной проволоки, да? Золотой. Ага. Мотыль. Да. На мотыля. На мотыля, да? И как бы по поклевке иду, да? Да. Здравствуйте. Как улов? Да только идем. Да, только идете, да? Ну, где, тут клюет, хорошо клюет. Клюет, да. Да, там нормально все. Ну, не показывает. По килограмму практически были караси, не было весов, отпустили поэтому. Поставил магазинную снасть, посмотрим, будет на нее клевать. А так у меня нифига, пиво уже выпил. Наверное, правда нужно было водку брать, точно, надо брать водку с собой на рыбалку. Пиво это вообще-то несерьезно, пиво пускай девочки пьют, и вино. Блин, я вот сегодня встал утром, думал, прям вот сердце чуяло, прям вот, возьми водки, возьми водки, возьми водки. А я пиво взял. Ну ладно, мы эту ошибку исправим сегодня после обеда. Обязательно наверстаем. И что-нибудь поймаем. Ну, погнали дальше ловить. Я фиг его знает, вообще не понимаю, что за фигня происходит. Время 10 утра. Ну, здесь понятно, здесь ничего не клюет вообще уже. Теперь вопрос такой. Какие у нас опарыши на самом деле? Чем ты? Тут, это вот... Блин, вот у него пшенки это отсыпать? Ну, у меня нет, у меня магазины. У Ромы есть. Ну это Рома что? Рома он просто как это для мебели он с нами приездит. Это нормально все. Ну здесь-то, ну это как не есть, то поклевка, да? Как что так? Не, Рома ты поймал там, мы даже без мента надо было брать с собой. Такого не было ни у кого на этом водоеме данном. Чтобы взвесить рыбу эту. И какие они хорошие, все карасики-то. Все один к одному, там какие прям ух. Я бы, конечно, их отпустил всех. Ну, вот так, понимаешь, отпустишь. Потому что как бы. Жалко рыбу такую ловить. Вот, держать. Пускай растет. Ну, да он не отпускает их. А на одну удочку ловит, берет или на разные? Разные. На разные? Да, и на правую, и на левую. Ром, среднюю убирай, лови на правую, на левую. Все, то кашки, все, то у него пшеночка. Вот. Я раньше тоже пшенкой пользовался. Теперь пшенкой не пользуюсь. А зря, наверное, да? Только карась любит пшенку, как ни крути. Все, по два опарыша, как положено. Не, мне, конечно, может там просто клюет сейчас, просто я не знаю, я просто с камеры хожу. Что, может, в этом причина? Буду наблюдать, как вы будете сейчас забрасывать, насколько далеко вы бросите. Вот насколько сил хватит. Нас этого... Да не надо, насколько сил на ту сторону можно. Такс. Такс. Но нормально швырять-то, он не под берег. Ну все, пойдем ловить, сейчас клево будет. Сейчас все будет. Вот, все, смотрите. Может у него кашет и спереть у него. То есть сейчас у него кашу сопру. Корочку каши сопру.
горсть каши. Можно у вас кашки взять? Да, вот. Так, вот. Заплатите? Вот так вот возьму себе. Ну, возьмите. Я на одну удочку, я не буду на все. Я буду экспериментировать. Рому возьмите. Каша, каша, на мор даже. Рому возьмите. Рому взять? Конечно. Мне очень лучше. Да у него нет, ром, блин, вообще ничего не клюет. Ну, я видел вот двух штук. Даже без мены не хватает таких двух штук. Ром, давайте ловить уже, хватит уже сидеть. Батя, конечно, отличился вообще, красавчик. Хорошо натаскал. Сейчас я перекину подальше на кашку эту, которую папки взял. Может, будет результат. А так у нас вообще пока шляпа. Ничего не клюет. Что у нас? Время 11 утра. Походу все. Отклевало. Предлагаю всем пиво, никто пиво пить не хочет. Ну что там пить такое-то? Что это пить? Пить так уж пить. Так что за час поклевок больше не было. Вот они есть, 4 штучки первые. И все. Народу много сидит. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Поэтому рыбу не поймет, куда метаться. Я восьмой, поделить на два. Восемь на два, четыре, еще на два, два. Какой шанс? Какой шанс? Минимальный вообще шанс поймать мне. Я уже 4 точки закинул. Нифига. Вообще нифига. Ну тогда вообще меня шанса не будет никакого. А у тебя 2, да, закинутые? 2, а там что у тебя? Нет ничего. 2. Утащила. Утащил, да, уже одну. Утащила. Вот так вот. Все, пойду пиво жрать. Раз никто пиво не хочет. Время уже почти 12. У нас все без результата. У вас да. У нас да. Здесь была поклевочка одна. И она, как всегда, удачная. А как же? Вот она. Да. Пятерочка уже. Пятерочка. Настоящая пятерочка карасей. Да, да, да. У меня была одна поклевка. Была. Реально. Удочку било так, но, блин, я пока камеру включил, подсек и уже все. Поэтому я поставил еще одну камеру. А зачем ты камера? Чтобы она постоянно писала у меня и шла запись. Да? Зачем камера? Надо было около меня здесь ставить камеры. Успеем. Сегодня только 10-е. Я еще реабилитируюсь. Когда? Надо было брать водку. Вот с этого начинаешь. Что, завидуешь, да, пришел сюда? Пошел отсюда. Пошел отсюда. Видел Шурова. Ну, да нет. Я тоже скажу честно. Пойман отсюда. Вот, видишь. А погодка-то какая прекрасная. Прямо вот там вот столика не хватало вот рядом со мной. Прям столика небольшого, стульчика. Огурчиков. Ну, если завтра ехать, то часа в 4 утра, думаю, в 5. Настоящий рыбак. А спим, да? Нет. Не спим, да? А у меня стоит электронный. Электронный, да, у тебя стоит стабилизатор электронный. Итог сегодняшней рыбалки. Уолтер Уайт поймал 5 карасей. Я поймал одного маленького бычка. А Роман Анатольевич не поймал ничего. В общем, мы хорошо отловились. Сейчас я приеду домой и покажу, что мы поймали именно. Там товарищ плохо отловился. Вот это вот мы. Это вот мы вдвоем отловились хоть как-то. Мы хоть, я хоть поклевки видел, хоть у меня хоть удочку вот так прям бэм-бэм-бэм било ее. Вот. Да, у меня было 5 удочек, да. Еще 2 спиннинга было с собой. Уолтер, конечно, молодец, он сегодня всех сделал. Я хоть поверил, то, что реально здесь рыба клюет. Все. А то он покупал Любанова постоянно. Карасик здесь хороший. Надо приехать чем-нибудь более серьезным сюда. Поймать его. Все. Всем до встречи и пока. Возможно, может быть, на днях еще сюда приедем. Потому что опарыш остался, корм остался. Все осталось. Но это не точно. И если ехать, надо ехать пораньше. Так, Ром, подержи, пожалуйста. Ром, подержи. Сейчас я выкину мусор, который я выпил весь. Я же культурный человек. Правильно? А пятерочный пакет с мусором возьми с собой, пятерки оставил. Так, сейчас. Вот. Мы же культурные люди. Мы мусор не бросаем. Вот. Вот мое пиво. Ушло в мусорку. Все. Всем пока. И до новых встреч на моем прекрасном канале. Опа.
карасиков и один ротанчик. Возможно, завтра еще раз поедем. Все, всем пока. Всем привет. Очередное утро. Опять мы приехали в Мякишево, уже без Романа. Роман чуть-чуть приболел. Вот, батька сел на той стороне. Я сел на его место. Поставил я 3 закидушки и поставил еще карповую снасть. Поставил бойло. Посмотрим, может быть, что-нибудь клюнет. Будем надеяться. Здесь же есть карп, говорят. Вот. Проснулись мы сегодня в 4:30. Была погода хреновая. Полежали полчасика. Мы все разгулялось и решили рвать сюда. Сегодня я затарился. Я взял с собой покушать. Взял с собой чуть-чуть водочки. Так что мне скучно не будет. Все, очень начинаю ловить. Смотрите, сейчас будет нормальный карасик. Примерно с ладошку. А может в две. Вот там рыбачки наши сидят. У них пока тоже тишина, ничего нет. Проверю рыбачков, их не улов. Надо красомская про таксу. Рут-то платный. 500 рублей стоит световой день. Норма вылова 5 килограмм. Товарищи рыбачки, у вас путевочки есть? По 500 рублей путевочка, световой день. Вот, пожалуйста. Пруд платный. Да. Норма вылова 5 килограмм. Да. Рыба размером 25 сантиметров отпускается. Положено, видишь? Есть, да, все? Да. А квитанция есть, да? А как? Все. Вот у него проверьте. У него так, на что мы ловим здесь опять? На опять вчерашняя же шляпа. Что там у нас есть вообще? Ну а как же, вон, смотри, 5 штук. Так, ну не 25 сантиметров, надо ее отпускать, ту рыбку. Ну там проверь. Там, да, и человек есть тоже. Ага, так, так, так. Мужчина, не надо так резко лучше хвататься, не надо. Вот она. Нет там ничего. Вот у меня таких поклевок каждые 5 минут. А где ваш улов? Спрятали. Самое интересное, у меня даже карп не клюнул. Ты уже 2 удочки, да, все достал? А у меня 2 стояло. У меня 4. Я больше не разматывал. Я посмотрел на Ваньку, Ванька 4 развернул. Думаю, у меня не будут 4, 2 развернул. Я думаю, ты зря с ним сел. Он слишком часто дергает, сейчас будет рыбу пугать. А эту выпускайте, все. Все, это. Я отпущу. Слишком маленькая. Хорошо, все. Хорошо, я отпущу. При выходе будем взвешивать рыбу. Обязательно. Все, да? Да. Все, ну, у меня путевка есть на 5 килограмм, ее можно ловить. Хорошо, слива рыбалки вам. Во, хороший. Вот это хороший экземпляр. Собираемся домой. Сейчас покажу мой сегодняшний улов. Не особо, конечно, крупный. Насть получается 2 карасика и опять один бычок. Всем до встречи, до новой рыбалки. Это видео выложу как можно быстрее. Всем пока, подписывайтесь на канал, сам себе оператор. Я буду рад всегда новым подписчикам.